Добрый день, друзья! Сегодня я вам расскажу про дыню и, ну, семена дыни райский нектар. Значит, сорт этот идет среднеспелый. Период, значит, у него от посадки до урожая, снятия урожая 100-105 дней. Растение идет длинноплетистое, быстро растущее. Плод вытянутой овальной формы, как вот мы видим, видите, вот они овальные такие. Как бы немного шершавые. Масса одного плода идет от 2 килограмм до 2,5. Цвет плода зеленовато-бежевый с золотистыми вкраплениями, как мы с вами видим. Мякоть нежно-белого цвета, сочная и очень ароматная. Что хорошо еще, эта дыня, что она, у нее хорошая лёжкость. Дыни, ну все дыни, скорее всего, это вообще, кто любит дыни, знаю, дыни вкусные, сахарные. Особенно, если она переспеет, то она будет очень рассыпчатая, кожица у дыньки будет очень тоненькая. Вот. Еще хочу сказать, что дыни я выращиваю на севере, на Урале, в теплице из поликарбоната. И поэтому я знаю, потому что дыни я сажу каждый год. Дыни действительно, если переспеют, они прямо лопаются. Это, конечно, надо видеть такую красоту. Так что подписывайтесь на мой канал. Вот такие дыни мы с вами будем выращивать в этом году. Ну и, конечно же, снимать наш с вами урожай. А от посадки и до самого урожая мы будем с вами садить, подкармливать, выращивать, посынковать с вами все вместе. Всего хорошего, до новых встреч!